знакомые и вновь познакомившиеся участники сессии. Я действительно должна была быть сегодня модератором этой сессии, но удалюсь на не менее важную задачу для нас, для транспортников, особенно для тех, кто занимается, и в том числе для тех, кто занимается и занимался профессионально дизайном, да, безумно интересная тема, тема, которая решает очень много, и потребительский спрос, и функцию, и комфорт теперь так важный, да, для перемещения пассажиров. И эта тема тоже очень важна для нас в Музее транспорта Москвы. Мы глубоко ее изучаем и, честно вам хочу сказать, в следующем году посвятим целый наш выставочный, экспозиционный и просветительский год в музее этой теме. Поэтому к нашим прекрасным спикерам я еще не раз лично постучусь. Модерирование этой сессии передаю своему советнику Каролине Гладковой, сотруднику музея, а сама приветствую всех, поздравляю с открытием такого потрясающего мероприятия, как Международный фестиваль дизайна. Мне очень нравится название сессии, я действительно стремилась на нее из самого Петербурга, но сейчас пойду займусь постоянной экспозицией нашего большого музея, который откроется в конце 2024 года. И, безусловно, все присутствующие здесь, Игорь Андреевич, обязательно вы все будете на открытии. Итак, сессия «Дизайн в транспорте. Куда едем?» А я посмотрю все в записи и в онлайне. Спасибо большое и удачного вам диалога и обмена мнениями. Добрый день, дорогие коллеги, участники нашей дискуссии. Действительно очень важный вопрос, такой несколько сакраментальный, который созвучен в том числе и с посылом самого Музея транспорта и объясняет то, собственно, почему именно мы модерируем в том числе эту сессию. Мы также, Музей транспорта, рассуждаем о том, куда идет город, что движет городом. И, безусловно, немаловажная часть, а по сути основополагающая, движение – это, безусловно, транспорт. И то, насколько именно воспринимает человек этот транспорт, безусловно, во многом, если не в основополагающем моменте, зависит, конечно же, от дизайна, от удобства, от эргономики, которая в том числе закладывается в промдизайне. Сегодня мы, конечно же, обсудим эту тему во всех ее аспектах, поговорим о прошлом, поговорим о настоящем, поговорим о будущем и все-таки, надеюсь, ответим на вопрос, что же движет городом именно в аспекте промышленного дизайна. Попрошу вас поприветствовать наших дорогих и крайне уважаемых коллег, экспертов в каждой своей стезе. У нас сегодня в гостях Алексей Шершаков, шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна инноваций Lab 2050. Поприветствуем, пожалуйста. Владимир Шипилов, куратор программы ДПО «Промышленный дизайн», руководитель направления промышленного дизайна в компании «Трансмаш Холдинг». Также поприветствуем. Алексей Викторович Якименко, доцент кафедры дизайн средств транспорта Строганова. Семен Николаевич Фароносов, главный специалист кабины дизайна службы инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ». И наш дорогой Игорь Андреевич Зайцев, который был последним, собственно, главным дизайнером завода АЗЛК, того самого москвича, который в этом году, собственно, вновь обрел такую, не то что новую жизнь, но, наверное, продолжение этого своего бессмертия. И, собственно, тоже немножечко вклинюсь в это приветствие. У нас буквально в этом году, надеюсь, кто-то все-таки застал выставку «Мечта москвича», которую делал Музей транспорта Москвы на ВДНХ. И, собственно, именно последний зал, который назывался «Звезда по имени Солнце», был посвящен последнему автомобилю, который выпущен был заводом «Москвич», и на котором, к сожалению, собственно, и погиб Виктор Цой. Но это именно была та звезда бесконечная, которая будет светить еще долго, по всей видимости. Мы обязательно затронем этот вопрос в нашей дискуссии, а все-таки что, возможно, нам можно будет ожидать именно от того «Москвича». С нашего первого спикера, опять же напомню, это шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций Lab 2020. Вот хотелось бы все-таки поговорить о том, с
такого, наверное, глобального вопроса мы зайдем, опять же, так как у нас и достаточно философско обозначена дискуссия, а все-таки, на ваш взгляд, что сейчас для человека важно с точки зрения промдизайна, с точки зрения восприятия транспортного объекта, я таким музейным немножечко языком скажу, и в личном пользовании, и с точки зрения общественного транспорта, вот что, на ваш взгляд, является таким основополагающим вектором развития в этих областях? Да, добрый день. Чуть-чуть поближе. Постараюсь поближе. Отлично. Чтобы было слышно. Ну, кажется, когда мы говорим о транспорте, то немного приоритеты меняются. И в смысле личного транспорта это прям сильно заметно. Кажется, что то, что важно было, допустим, людям моего поколения и, может быть, более старшего, то есть это такой условный бензин в крови, и это уже совсем не близко тем ребятам, которые родились уже после 2000 года, не то что не близко, они даже не понимают, о чем это. И кажется, что отношение к личному транспорту уже люди не тот смысл в него закладывают, который был раньше. То есть это уже не какой-то там фетиш или там средство самовыражения. У кого-то это так осталось, но в среднем кажется, что нет той же значимости, которая была раньше. И это связано с одной стороны с тем, что и мы меняемся, и жизнь меняется, и запросы совсем другие. Там вот развитие того же каршеринга это прям показывает. Человеку вообще все равно, что это за машина, ему нужно переместиться из точки А в точку Б. Не знаю, это может быть и грустно, или весело, но это жизнь, никуда не денешься. И кажется, что человеку еще очень важна некая такая бесшовная история, когда в принципе все равно, где ты находишься. То есть вот тот уровень комфорта, к которому ты привык, или там, который тебе доступен, там, чтобы ты мог работать, неважно, летишь ты на самолете, едешь ты в поезде, на электричке или в автобусе, у тебя должна быть такая возможность, чтобы перемещение из точки А в точку Б было не потерей времени или какой-то историей, когда мы попусту там, какую-то часть жизни выбрасываем, а мы могли также жить и быть активными. То есть вот такая бесшовная история. И это же, собственно, про уровень комфорта. То есть у нас должны быть такие же истории, там мы сидим дома на работе или едем. То есть это все, у нас должна быть возможность подключиться там к Wi-Fi, посмотреть какие-то медиа и так далее, и так далее. И кажется, что вот в эту сторону мы идем. Отдельный вектор, это уже такая техническая история, это про электричество. Все сейчас болеют этой темой, хотя кажется, что это уже как бы новое, это хорошо забытое, старое, сильно хорошо. И отдельная моя любимая тема, когда начинают педалировать историю экологичности этого транспорта, это вообще вызывает улыбку большую. Не знаю, у меня почему-то. Потому что электричество, оно и не из воздуха появляется. Надо сжечь те же углеводороды, только в другом месте. И поэтому, ну, публике это продается как какой-то экологический прорыв, но там утилизация тех же батарей – это тоже большой вопрос. Но, тем не менее, такой тренд есть. Все побежали делать электрические автомобили. Ну, посмотрим, что из этого будет. А как раз, возвращаясь к вашему последнему выражению именно про электромобили. Насколько в них есть, возможно, специфика с точки зрения дизайна, на ваш взгляд? Или, в принципе, они поддаются, назовем это так, общим вектором промдизайна, автопромдизайна? А вот тут это интересная тема, и на самом деле каждый производитель, он должен, не должен, а он так или иначе принимает ту или иную точку зрения. По-хорошему, электромобиль, он не должен быть похож на автомобиль бензиновый, потому что там совсем другие, ну то есть и движители в другом месте, и там компоновка другая, и он не обязательно должен быть таким же. То, что он, там первые там электромобили, которые вот уже в новую эру появились, там Тесла какая-то, она похожа, ну то есть мы понимаем, что это автомобиль, хотя понимаем, что вот тут позиция дизайнера и маркетинга компании была в том, чтобы сделать такой no-name, собирательный образ автомобиля. Условно там сними логотип и повесь там логотип Mazda, к примеру, и это будет Mazda. И там специально так сделано. Но в принципе он не обязательно должен так выглядеть.
а там нет бензинового двигателя, там нет вот этого звука. Это же даже смешно, что сейчас электромобили подзвучивают звуком бензинового мотора, чтобы было вот такое... флёр, такой вайб автомобилизма. Олдскула. Да-да-да. Поэтому кажется, что он может быть совсем другим и вообще ближе двигаться в тему какого-то гаджета. Угу. Но тут есть другая тема, что всё-таки в процессе истории развития автомобиля и так далее сложилась некая инфраструктура и есть какие-то правила, которые нельзя двигать, потому что ну, это физические процессы, которые ну, физические законы, их нельзя отменить, сказать, а я хочу вот так, и пусть будет так. То есть управление автомобилем – это уже сложившаяся история, и что-то в этом кардинально менять, для того, чтобы в этом что-то кардинально менять, нужны тесты, нужно это все проверять в жизни. То есть это не автомобиль все-таки это, как ни крути, средство повышенной опасности. Безусловно. Хорошо, спасибо большое. И следующий наш спикер, которому мы предоставляем слово, Владимир Шипилов, руководитель направления промышленного дизайна в компании Transmash Holding. Коллеги, пожалуйста, можно включить нам презентацию Владимира. Кликер вам дали, да? Отлично. Хотелось бы, конечно, наверное, поговорить еще до, возможно, презентации, возможно, и в ходе нее, все-таки о том, каким образом сейчас осуществляется экспертиза дизайнерского продукта, вот, как разрабатываются современные программы дополнительного образования по дизайну и, в принципе, каким образом вы привлекаете людей к работе с транспортными объектами. Вот я, наверное, бы сосредоточилась пока на первом вопросе, еще раз повторю его, все-таки как осуществляется экспертиза дизайнерского продукта на данный момент. Вот как раз из вашего большого опыта в Transmash Holding, я думаю, будет нам о чем подискутировать. Да, здравствуйте. В действительности мой опыт в Transmash Holding не такой большой, как могло но бы до этого более чем. Мог бы показаться, да. То есть я, в принципе, классический промышленный дизайнер, который перешел в транспортную сферу. Поэтому для меня как бы есть, скажем, низкая база, которая позволяет мне смотреть на транспорт ну, немножко под другим углом. Поэтому, но при этом там, общие принципы промдизайна, они, конечно, никуда не уходят. То есть глобально они действуют везде. Давайте их проговорим, пожалуйста. Мне кажется, что на всякий случай слушателям будет интересно и повторить, а возможно, что-то и узнать. Ну вот я опять-таки, наверное, здесь попытаюсь свое личное мнение высказать, то, что я вижу, что происходит, ну и в принципе, как интегрируется промдизайн в объектную среду именно транспорта. Зачастую, ну, по крайней мере, то, что я видел там в юности, как транспорт устроился, вот, скажем, понимание, точнее, внедрение промышленного дизайна как дисциплины, которая кроссплатформенная, которая смотрит на объект со всех сторон, собственно, со стороны его использования, сценариев использования. И, в общем-то, на исследование в промышленном дизайне тратится, ну, может, до 50-70% времени на разработку. То есть достаточно большой блок, который такой низ айсберга, который многим не виден. Все думают, что это ну, как бы просто люди что-то рисуют красивое. Да? Но по факту это большая аналитическая работа, которая, так как мы, в принципе, работаем всегда с человеком, который находится внутри некой системы, и транспорт – это одна из таких больших комплексных систем, и происходит огромное количество взаимодействий в ограниченном пространстве. Вот, поэтому, как принципы, конечно, это работа с эргономикой, работа с непосредственными сценариями, угадывание этих сценариев, да, или предложение лучшего варианта из возможных. Опять-таки, если мы говорим про транспорт, это безопасность. Ну вот Алексей отметил, конечно же, возрастающий уровень комфорта в целом в транспорте, как городском, так и там междугородним сообщении, ну личный и вообще транспорт. То есть он в принципе должен быть абсолютно бесшовным. И это уже происходит. То есть в принципе транспорт даже как бы недорогих марок достаточно комфортный уже стал. Вот. Но то, что я вижу, что в действительности транспорт начинает все больше втягивать в себя именно вот эти принципы дизайна, скажем, которые связаны с пользовательскими сценариями. То есть он все больше и больше начинает становиться сценарийным.
То есть если раньше, ну, по мне так, по моему ощущению, что многие вещи, они, ну, они понятны, понятна там эргономика, механика была, какие-то эстетические свойства рассматривались как техническая эстетика вообще изделий, но было меньше сценариев. То есть если вы сейчас зайдете в новое купе там, пассажирского вагона, то вы поймете, что вам, во-первых, могут предлагать различные компоновки, увеличение там, спальных мест, дополнительные столики, зарядки и еще что-то. Да? То есть вот как бы этот процент, скажем, сценарийности, он увеличился. И, в принципе, поэтому происходит, на мой взгляд, вот эта интеграция методов аналитики, исследований, именно, которые является таким ядром промышленного дизайна, началом стартовой точки, вот она достаточно сильно произошла, вот эта интеграция. И, в принципе, промышленные дизайнеры, ну, в общем-то, у нас было всегда некое деление, то есть назывались транспортные дизайнеры и промышленные дизайнеры. Вот, то... И в чем здесь вот это вот различие? Давайте проясним тоже. Ну, опять-таки, это мое сугубо личное мнение. Все-таки транспортные дизайнеры в большинстве своем работали со стилем. То есть это больше стилистические решения, нежели сценарийные решения, которые применяются, допустим, в промдизайне. Потому что, ну, промдизайнер, когда там проектирует условно даже там условно микрофон для конференц-связи, то первое, о чем он думает, это непосредственно как человек, какую функцию будет исполнять, собственно, человек, какие у него будут сценарии взаимодействия, как он должен что-то придвинуть, отодвинуть, нажать на кнопку. Утилитарные такие вещи более. Вот, да? А все-таки там экстерьер, допустим, ну, транспортного средства, это зачастую, ну, кроме там аэродинамики, это, в принципе, стилистические решения, ходы, то есть это визуальная составляющая. Вот. Но это, как бы, опять-таки, мы говорим, если экстерьер. Но если есть интерьер, там, конечно, ну, много элементов, и, ну, и зачастую все-таки даже транспортные интерьеры общественные, они, ну, были больше такие утилитарные. То есть нужно сидеть, нужно стоять, нужно держаться, ну и там перекрасили, что-то подкрасили, ну вот, в общем-то, выполнила функцию. Понятно, что, я думаю, что были тесты там по загрузке, пассажиропотоку, но это все как бы больше даже инженерные задачи, они с дизайнерскими не всегда как бы настолько, ну, интегрированы, они очень близко, но все-таки разные. И вот эта интеграция, собственно, вот эта разница, она сейчас, вот, работая в Трансмашхолдинге, я вижу, что эта граница практически стирается, и транспортные дизайнеры очень сильно включены вообще в сценарийность непосредственно того, что происходит там в вагонах, там неважно какой транспорт, там железнодорожный, либо там, там, я имею в виду, там, как, господи, колесный, вот, фактически автобусы, там, ну, или там трамваи, метро, и вы можете зайти, собственно, в московское метро и абсолютно сразу понять, что дизайнеры долго и кропотливо думали, что будет происходить как бы с пассажирами, ну там до простых вещей, как появившийся USB. Ну, это самый, да, это прям. Это самый такой, самый простой, тот элемент, который вы можете увидеть и понять, да, вот как бы добавили. Но в реальности там в новых метро, там, ну, я скажу примерно, там, можно назвать там от 50 до 100 там улучшений различных производится с элементами, которые нам всем знакомы. Да, а вот экраны в метро, кому эта идея принадлежала? Сделать именно в поездах. Это с точки зрения, наверное, не промдизайна, или все-таки как-то к этому руку тоже кто-то приложил из коллег? Ну, вы знаете, я, наверное, не отвечу, как бы, как сказать, аргументированно на этот... у меня нет ответа на этот вопрос, да. Мне в свое время удалось поработать в московском транспорте, вот, и там в 2016 году уже, как бы, я сам лично выбирал экраны для, там, для метро. Вот. Но кто предложил, я думаю, что там руководитель нашего Дептранса, может быть. Или, может быть, это было предложение непосредственно от производителя, как Трансмашхолдинг, потому что он тоже предлагает постоянно своим заказчикам новые решения
по улучшению комфорта пассажиров. Да, и безусловно, это такое очень важное решение, как и USB, конечно же, потому что вот эта третья среда жизненного пространства человека, коим это является транспорт, конечно, она, безусловно, должна быть комфортной и еще в формате инфотеймента, эдьютеймента образовывать, развивать, развлекать, чтобы действительно это было комфортно, и ты едешь не под землей, ощущаешь вот эту всю тяжесть, и вместе с тем все равно оцениваешь, что что-то в мире происходит, творится, и как раз-таки транспорт является тем рупором, который сообщает нам и связывает нас с внешним миром, как бы это даже в контексте метро парадоксально немного не звучало. Хорошо, я предлагаю перейти к презентации, с радостью мы ее послушаем, и, так, возможно, да, давайте, я, видимо, единственная с презентацией, поэтому… Ну, замечательно. Можно будет, я постараюсь ее быстро достаточно пройти. Так, у нас, кажется, не работает кликер. Кто нам может… А, работает. Так, отлично. Работает, да. Ну, собственно, про себя много рассказать не буду. Наверное, это все описано в описании мероприятия есть, безусловно. Да, да, должно быть, да. Поэтому расскажу вам про Transmash Holding немножко, да, и как мы подходим к дизайну в Transmash Holding. По большому счету цифры вы можете видеть на экране. Статистика очень простая, что большинство железнодорожного транспорта в некоторых сегментах, это там 100%, Transmash Holding выпускает железнодорожный транспорт для России, также является экспортером, собственно, в различные страны. Мы производим и разрабатываем достаточно большое количество продуктов, то есть продукты локомотивные, пассажирские вагоны и вагоны метро, и даже разрабатываем отдельные, у нас есть проекты, которые, ну скажем, являются частью транспортной, узлов для транспорта, да, то есть непосредственно для продуктов, ну такие больше как бы промышленный дизайн в миниатюре, которые, ну, в принципе, интегрируются в наши продукты. Допустим, там буферные фонари, ну и много вот таких вот элементов небольших, которые, в принципе, являются уже частью большого готового продукта. Самое главное, наверное, что хотел сказать, что, ну, во-первых, на изображении вы можете увидеть абсолютно новый продукт. Это электричка новая P2D, которую мы разработали, она уже была презентована, как мне известно. И самое главное, еще раз хочу отметить, что ТМХ такой большой холдинг с большими активами, который самостоятельно, будучи, опять-таки, здесь важно понимать, будучи лидером рынка, и в принципе, которому, ну, не так было важно, может быть, изменить какой-то внешний вид, потому что продукты достаточно качественные, надежные, они действительно продаются и эксплуатируются. Transmash Holding принял решение идти именно по пути внедрения промышленного дизайна. Это первый холдинг, там, большой машиностроительный, который внедрил бренд ДНК внутри себя. Он был разработан, и он пронизывает все части, собственно, разработки и продукта, и визуального стиля, и смыслов, которые, собственно, транслирует Transmash Holding. То есть это большая такая работа, которую как бы разработали и внедрили на всех уровнях холдинга. Вот. Я сейчас буду так рассказывать, наверное, перелистывая. Самая главная, наверное, история, которая вообще, как работает дизайн в ТМХ. В ТМХ есть группа промышленного дизайна. У нас есть шеф-дизайнер, который, собственно, вы задавали вопрос, как экспертиза проходит. То есть Евгений Маслов, достаточно известный и в России, и за рубежом промышленный и транспортный дизайнер. Он, собственно, непосредственно сам как бы транслирует критерии качества для производимой не только продукции, но и для разработки этой продукции. Вторая часть, которая позволяет нам создавать действительно и уникальные, и актуальные, и передовые продукты, это сотрудничество с компанией 2050 Lab. Собственно, Алексей
шеф-дизайнер этой компании. Там собрана плеяда выдающихся промышленных транспортных дизайнеров с большой экспертизой. И это позволяет нам, ну, во-первых, очень понятно на своем языке быстро транслировать критерии качества, понимать эти критерии, понимать задачу, ну и, собственно, соблюдать ее на всех этапах. Плюс 2050 Lab участвует на всех этапах проектирования вместе с нами. Угу. То есть до выпуска изделия фактически в серию. То есть этот процесс, он неразрывно связан. Поэтому такая связка позволяет на всех уровнях холдинга непосредственно контролировать качество от, условно, от идеи, от первого эскиза и до внедрения в серийное производство. Вот. Ну, здесь я быстро покажу, что у нас есть действительно много там, ну, портфолио у нас достаточно богатое, то есть это и экстерьеры, и это интерьеры. Здесь вы можете увидеть там небольшие, как бы, детали, которые применяются. Это все вот эти нюансные вещи, над которыми работают дизайнеры и думают, ну, как бы, непосредственно каждой детали, как будет, как создастся продукт. Да? То есть нет какой-то лишней детали или, может быть, какой-то просто получившейся детали. Чтобы вы понимали, что новые продукты, они будут, ну, в принципе, становиться все лучше и лучше. Вот Алексей, я возвращусь к его словам о том, что транспорт может быть и другим, в принципе, уже. То есть изменившиеся сценарии, в принципе, уже поменяли. Ну и новые материалы возникшие, в принципе, и сценарии новые возникшие, они очень сильно меняют транспортную вообще среду, но при этом мы не можем сделать революцию, угу, фактически. Да? То есть у нас есть инфраструктура, в которой привычки и так далее и тому подобное. Угу. Поэтому это у нас идет эволюция. И мы медленно меняем, понимая и закладывая на будущее уже изменения, которые будут происходить. Ну, здесь тоже хотелось показать последний наш проект. Это метро «Балтийск», который был сделан для Санкт-Петербургского метрополитена. Вот сегодня, если не ошибаюсь, он презентуется в Петербурге. Собственно, поэтому наш шеф-дизайнер находится именно там сейчас. Вот. Ну и вот такая маленькая схемка. Я уже, да, так подзавершу, как бы, свой длинный спич. Почему это, как бы, ну и в принципе то, что я вижу и как это, ну, собственно, это кристаллизовалось у нас внутри, в нашем подразделении, это была идея шеф-дизайнера, чтобы создать именно структуру, которая будет работать, mm-hmm, да, внутри холдинга, и дизайн, который сможет, ну, непосредственно существовать, как бы сосуществовать с большим инжиниринговым центром, который есть в ТМХ. Вот. И самое главное, что мы здесь можем увидеть, то, что начинается все с дизайн-стратегии, и дизайн включен, ну, как сказать, на уровне принятия решения, ну, на самый верхний уровень принятия решения. И это очень важно. В принципе, будучи до этого сам непосредственно шеф-дизайнером, только это я вижу как решение вообще ключевое для, ну, не только в транспорте, развития промышленного дизайна и интеграции его полной. Вторая часть – это, конечно, непосредственно управление и менеджмент. То, что я вам говорил, что это связка с Lab 2050, это должна быть очень мощная, достаточно, ну, как бы, экспертная команда, которая может решать быстро задачи. Зачастую такие команды, которые находятся как сателлиты с большими холдингами, они показывают, ну, высокую эффективность, потому что внутри… Ну, корпорация, она большая, своими процессами, дизайн-студии могут работать быстрее и эффективнее. То есть получается, на этапе того или иного, на том или ином этапе производства вы можете оперативно вносить правки, вот, будучи в тандеме с 2050, я правильно понимаю? Да, 2050 Lab участвует, ну, фактически во всех этапах, включая авторское сопровождение, приемку, угу, фактически глазами заказчика. Как раз этот последний блок, который, ну, я считаю, что о нем вообще забывают, ну и в России очень редко я встречал, ну и то в таких, скажем, в каких-то очень странных комбинациях, но вот это вот дизайн качества, ну или вообще качество, угу, понятие качества относится больше к восприятию какому-то ОТК, да, которое должно принять, как бы, изделие. Вот. И внутри мы проводим ТМХ большую работу именно внедрение именно дизайн качества, чтобы дизайнеры, либо люди, получая инструкции от дизайнеров о визуальном
качестве. Фактически у нас есть специальные документы и процедуры, связанные именно с дизайн-качеством, которые определяют финальный внешний вид изделия, его эргономику, там огромное количество параметров, и каждый продукт проходит аудит. Угу. Условно, он называется аудит глазами заказчика. Фактически мы проверяем, условно, как будто вы пользователи. От там щелчка кнопок, тактильного ощущения, звука, света и так далее и тому подобное. Это все, каждый продукт проходит именно такой процесс. И, на мой взгляд, очень редко, где, ну, я, по крайней мере, не встречался, где такой контроль финальный, угу, приемки продукции после того, как его разработали и произвели, производится. Вот я считаю, что это один из таких краеугольных камней. Фактически это два таких больших блока, которые охватывают вообще промышленный дизайн. Ну, не знаю, не только в транспорте. То есть это дизайн-стратегия, большая как бы идея, которая и принятие решений стратегических, глобальных относительно продуктов. Вот. И вторая часть – это дизайн качества, на конце контроль, который принимает полученные результаты, которые были, собственно, сгенерированы, там, инициированы. Вот. И такая вот коробка, которая, ну, собственно, понимает, где вход и выход, позволяет получить именно качественный и конкурентный продукт. Да, действительно, теми продуктами, которыми мы пользуемся практически каждый день, выходя из дома, садясь в метро, и действительно качество с каждым днем, на мой взгляд, ощущается, что самое главное, да, как не для специалиста. Я действительно вижу отличие там буквально 5 лет, 10 лет, то, каким было, например, метро и общественный наземный транспорт, и какое оно сейчас. Это, конечно, две большие разницы, как говорится, но самое главное, что в этой эволюции относительно всего транспорта не потерялась наша главная скрепа, это стаканчики железными вот этими держалками в поездах дальнего следования, поэтому это, конечно, нам потерять никак нельзя. Спасибо большое за вашу презентацию. Спасибо. За такой подробный рассказ, как раз оперируя от непосредственно такого практического знания к более теоретическому, хотелось бы передать слово другому нашему уважаемому гостю, Алексею Якименко, доценту кафедры дизайна средств транспорта РГХПУ имени Строганова. Вот хотелось бы все-таки спросить у вас, как у человека с таким большим опытом, безусловно, в преподавании, вот каким образом все-таки сейчас готовят будущих дизайнеров, промышленных дизайнеров, что их вдохновляет, что, на ваш взгляд, возможно, там, если оглянуться, ну, лет 10 назад, вот к Игорю Андреевичу мы обратимся, когда нам будет такая более глубинная экспертиза тоже нужна с точки зрения прошедших лет. Вот в чем отличие, что сейчас зажигает молодежь и какой надо к ней подход находить? Что заставит ее, возможно, заниматься какими-то скучными, нудными, но нужными вещами? Или все-таки это было, грубо говоря, как и всегда, сохраняется, вот я тоже преподаю, но не промышленный дизайн, все равно та или иная тенденция, специфика среди студентов. Всегда есть те плюс-минус одинаковая пропорция тех студентов, которым это прям очень нравится, которые прям к этому склонны. Всегда есть такие более расслабленные ребята, назовем это так. Вот на ваш взгляд, сейчас эта тенденция как-то именно с точки зрения ваших студентов изменилась, или все-таки она год от года остается прежней, но, возможно, именно с точки зрения преподавания, например, большей цифровизации, внедрения его, изменилось только это? Или, возможно, есть какие-то более такие глубинные факторы? Ну, с точки зрения пропорции, 30% нормальных студентов, как был, средняя температура по больнице, так и остается. Но перемен у нас на самом деле масса. Перемены в процессе прямо сейчас, потому что, ну, мир меняется. Угу. Мы ждем перемен. Упаси Господи, вот в том смысле, упаси Господи, нет. В промдизайне, безусловно. Значит, смотрите, есть такая старая байка, ну такая, внутри дизайнерская хохма, что все, что можно взять в руку, это дизайн, все, во что можно войти, это архитектура, запятая, кроме транспортного дизайна. В общем и целом, на самом деле, транспортный дизайн, он во многом архитектура, это надо понимать. Потому что это единственное того, что снаружи, и того, что внутри. Вот с точки зрения телефона это не так, а с точки зрения автомобиля это так. И это, во-первых, одна как бы вещь, которая роднит дизайн с архитектурой. Вторая очень существенная вещь – это то, что транспортный дизайн – это гораздо больше, может быть, чем любой другой
скажем так, результат транспортного дизайна, объект, который сделал транспортный дизайнер, он в гораздо большей степени, чем любой другой объект дизайна, оболочка для образа жизни, как архитектура. И, соответственно, если там что-то сделано не так, то этот пиджак будет сжать и морщить. И вот, скажем так, тренировать в эту сторону, в общем и целом, надо с самого начала. С того, что есть снаружи, есть внутри, это не разное. А что это плавно перетекающее, оно в другое. Вот эту историю надо держать в голове всегда. И из-за этого транспортный дизайн безумно интересно. И, в общем, те 30%, о которых я вначале говорил, они, в общем, эту фишку просекают довольно быстро. И, скажем так, их мотивировать дальше можно очень осторожно, потому что они и так мотивированы, им интересно. Но есть еще две вещи, которые надо держать в голове. Во-первых, мы футурологи по неволе, потому что мы вот получаем их на первом курсе, а работать они будут в лучшем случае после четвертого. То есть нам надо немножко заглядывать в будущее. В этом смысле мы сценарному подходу их учим, о котором Владимир говорил. И он у нас просто в процессе проектирования стандарт. Не обязательно в чистом виде сценарный подход, это может быть, скажем, относительно недавно модная история про работу пользователя, например, там job to be done. Но в любом случае это такая человекоцентричная история. В общем и целом думать о том, а что этот человек будет делать, когда попал вот в эту коробочку, которую ты спроектировал. То есть анализ этого человека или анализ его потребностей каких-то неудовлетворенных, это очень важная часть того, что они должны уметь, мы этому учим. Это вторая история. Третья история – это история о том, что сейчас в общем и целом просто рисовать недостаточно. Собственно, Игорь Андреевич, как долголетний участник нашего ГЭКа, на кафедре не даст соврать, что стайлинг у нас ругательство на защите, в общем-то. Потому что кроме того, что нарисовать, надо понимать, как там человек будет сидеть, эргономика. И в общем и целом транспортник должен уметь рисовать и, скажем, 3D-модель построить вменяемо. То есть мы учим их так, чтобы они в общем и целом за двумерной картинкой видели трехмерный объект. Есть масса красивых картинок, которые принципиально нельзя смоделить. Потому, ну, Эшер, например. Вот чтобы они Эшера не рисовали, за этим надо следить, и, в общем, это надо прокачивать, этот навык. Вот. А главный инструмент прокачивания всех этих замечательных навыков – это индустриальные связи. И вот слева и справа от меня сидят два человека, которым я очень благодарен, потому что и 2050 Lab, и КАМАЗ – в нас участвуют, дают нам темы, в общем и целом консультируют наших студентов, смотрят их портфолио, бьют их по голове, когда они неправы. И я не знаю, честно говоря, что бы мы без вас делали, потому что, ну, скажем так, держать руку на пульсе в индустрии по-другому просто нельзя. Надо иметь добрых друзей в индустрии, которые приходят и с одной стороны, показывают, как надо, и, скажем так, дадут настоящую задачу делать. И это само по себе втягивает в процесс, это мотивирует лучше всего. А с другой стороны, присматриваются к нашим будущим выпускникам. Кадрам. И, собственно, Семен же наш выпускник для начала. Вот. А у Алексея вот только что мой дипломник. Вот, он даже немножко вынужден был за него повоевать, потому что там был спрос некий. Работает, и я надеюсь, что доволен. И он доволен, и мы довольны. Вот, оба довольны. Вот, то есть вот этот комплекс, ну вот сколько я, 4 основных момента назвал. Вот если это более-менее поддерживать, плюс немножко знать историю, я, скажем, год с лишним назад, до того, как это стало трендом, предложил нынешнему 4-му, а тогда 3-му курсу нарисовать «Москвич» 2030 года. Мы тогда еще не знали. Вот. И надо сказать, что тоже ребята ушли в отрыв, там несколько блестящих совершенно идей возникло. Скажем, «Москвич» в некотором роде как такой японский кейкар. А мы тоже на ВДНХ делали семейная экспозицию небольшую. Да, и больше того, они у вас висели. Да. Вот, скажем,
помнить, как это было, тоже очень важно. Ну вот 5 насчитал, хватит. 5 параметров, которые надо держать в голове, тогда ну, на нас некий спрос будет. Примерно так. И будущее будет у вас, у всех, кто ездит, в общем, ну, радужно. Отлично. А хотела еще тоже небольшой такой, наверное, возможно, философский вопрос задать. На одной из дискуссий, если не ошибаюсь, это было в МИСИС, вот Игорь Андреевич у нас сказал о том, что дизайнерам надо родиться. Насколько вы с этим согласны? Ну, значит так. Рисовать научить может даже зайца. Угу. Была бы мотивация у этого зайца. Понимаете, если дизайнером надо родиться, то вот за исключением там, ну, сидящих здесь нескольких человек, плюс еще кого-то, дизайнера бы не было. Поэтому все-таки приходится учить. Если человек хочет этому научиться и достаточно человечен, чтобы думать не о самовыражении, а о тех людях, для которых он это будет делать, то, наверное, неплохим дизайнером он может стать. Игорь Андреевич прав в том смысле, что хорошим человеком родиться надо. Вот в этом смысле, безусловно, прав. Потому что плохой человек не будет хорошим дизайнером. Вот тут я в этом почти уверен. Так что соглашусь, хоть отчасти, но да. Спасибо большое. Собственно, перейдем к Игорю Андреевичу Зайцеву, который у нас является, наверное, самым почетным членом нашей дискуссии с точки зрения опыта, с точки зрения того, собственно, что было им сделано, что было привнесено именно в истории завода ЗЛК, в истории завода «Москвич» в последующем. И как раз немножечко хотелось сделать вот этот мостик, проложить все-таки, что, на ваш взгляд, отличает тех студентов, которые были в советское время, от тех студентов, которые вы преподаете сейчас. Вот есть ли это отличие? Или также вот эта средняя температура по больнице, она сохраняется, и хорошие люди рождаются и приходят к вам учиться. Это вопрос к вам. Спасибо. Так, меня тоже чуть-чуть, наверное, поближе подвиньтесь, пожалуйста, или меня микрофончик слышно? Поближе. Еще раз надо нажать и просто поближе. Можете, пожалуйста, помочь? Да, спасибо. А вот теперь включилось, да. Значит, спасибо за вопрос. Есть ли разница в студентах современных, скажем, и студентов советского времени, условно назовем так, да. На мой взгляд, есть и просто объективные причины. Для того, чтобы учиться в высшем учебном заведении в советское время, надо было приложить большие усилия, поступить. Конкурс большой был, образование было бесплатным. И поэтому, поступив в учебное заведение достойное, человек стремился всячески, так сказать, удержаться там и не быть отчисленным за неуспеваемость. Хотя студенты всегда были студентами, так сказать, во все времена, наверное, и погулять, и подурачиться, и прогуливать, признаюсь, сам месяцами не появлялся в аудиториях. Ну, по другой причине, потому что там было некое подобие клуба, значит, веселых и находчивых, где мы собирались и там проводили большую часть времени, в том числе учебного. Но это, так сказать, частности. Что касается студентов, мне кажется, просто молодежь того времени была более, может быть, как бы правильнее выразиться, менее избалована, менее, так сказать, инфантильна, более взрослые ребята как бы в этом возрасте уже были. Это мое субъективное мнение, я могу ошибаться. Сегодня, наблюдая студентов, ну, я до последнего времени преподавал, до сентября месяца, скажем, этого года. Инфантильность очень часто среди нынешней молодежи, и все это объясняется вот этими гаджетами. Им кажется, что если они там, не дай бог, освоили какую-то программку, там, Photoshop, или, а уж если Elios или 3D, то им кажется, что они все уже всего достигли, и можно не учиться, можно ничем не заниматься, никого не слушать, а творить картинки бесконечные, достаточно сегодня в интернете посмотреть, сколько там сбрасывает всяких фантазий про «Москвич», про
какие-то кроссоверы, которые на УАЗе должны производиться там якобы и так далее. То есть ерунды всякое несметное количество. Вот в этом отношении разница какая-то, конечно, есть. Но объективно говоря, я вот с коллегами абсолютно согласен, что процент как бы людей, стремящихся постичь высоты своей профессии и, так сказать, безразличных, наверное, во все времена примерно одинаковый. Это уже, так сказать, наверное, сущность человеческая, в принципе. Вот, поэтому у нас, допустим, ну вот в политехе, как продолжение автомеханического института в свое время, на кафедре дизайна, ну, тоже так, в группе, ну, человек из 20 человек, человек 7, которые хотят постичь все секреты профессии, так сказать, для этого делают все. Остальные, так сказать, плывут по течению, ну, как-то, так сказать, держатся, чтобы их просто не отчислили. Требования нынешнего времени к профессии значительно выше, потому что в советское время это вообще была как бы профессия за семью печатями, как говорится. И принимали на работу, никогда в трудовую книжку не записывали, там ни художник-конструктор, ни дизайнер, тем более ругательное слово было, инженер, там третьей категории и так далее. То есть даже самосознание у человека, так сказать, было в какой-то степени ущербно. И отношения, я просто по себе это знаю, хотя вроде бы на ЗЛК как бы дизайнеры всегда были в почете, но тем не менее некое такое пренебрежение. А что они там рисуют по сравнению там с конструктором, который шестеренки чертит, это, конечно, несерьезно все, так сказать. На самом деле это просто другая сфера человеческой деятельности, которую надо понимать, без которой сегодняшнее, так сказать, мироустройство обойтись просто не может. Вот очень хороший, мне кажется, тезис, не помню, кому он принадлежит, заключается в том, что, допустим, в 20 веке дизайн сосредоточен был на каких-то эмоциях, на вкусовщине, на каких-то, так сказать, коммерческих, так сказать, проявлениях дизайна и так далее. В 21 веке дизайн на самом деле занимается проектированием потребностей. И под эту потребность проектировать объект со всеми, так сказать, вытекающими, так сказать, условиями, требованиями, особенностями и так далее. Вот еще что мне кажется, ну, я повторяю, это мое личное мнение, это из опыта личного. Даже сегодня студенты плохо себе представляют, что такое эргономика, что такое инженерная психология, что в транспортном дизайне необходимо учитывать такие требования, как аэродинамика, там, системы требования пассивной безопасности и так далее, что накладывает свои, так сказать, определенные ограничения, условия и так далее на формообразование в том числе. А скажите, пожалуйста, по какой причине? Это недостаток знаний физики или, в принципе, что? По какой причине так это происходит? Это недостаток знаний в области физики или что вот, ну, не, знаете, хватает? Потому что у нас студенты сегодня в зале, я думаю, им это будет знать тоже не лишним. Я опять повторяю, это мое личное мнение. Мне кажется, что именно цифровые технологии немножко, так сказать, трансформируют восприятие у молодежи. Особенно им кажется, что все это, все серьезные вещи несерьезные. Так легко нарисовать какую-то картинку лихую, там еще что-то и так далее. А что за этой картинкой скрывается, они, так сказать, не понимают и не сильно интересуются, скажем так. Ну, это, так сказать, дилетантство, оно как бы присутствовало всегда и везде, поэтому наша задача как педагогов, так сказать, с этим бороться. Вот, и внушать, что, так сказать, заниматься, ну, в частности, транспортным дизайном, дело крайне ответственное и требует очень, так сказать, серьезных знаний в самых разных сферах, в разных областях знаний. Я повторяю, аэродинамика, и конструирование, и материаловедение, эргономика там и так далее. Вот. Без этого создать транспортное средство, приемлемое для, так сказать, сегодняшнего времени, просто невозможно. Хотелось бы также еще все-таки вернуться к, так сказать, настоящим новостям относительно возрождения завода «Москвич».
Как я тоже уже говорила ранее, Сергей Семенович обещал нам к концу года уже там сойдут более 600 автомобилей. Как вы считаете, вот на ваш взгляд, каким сегодня должен быть москвич? Знаете, допрашивается ответом на этот вопрос, старая шутка, вам шашечки или ехать? Угу. Значит, что вам интересно? И то, и другое. Да, и то, и другое. Значит, тут два момента. Первое. Что имеется в виду под возрождением москвича? Если это создание с нуля новой модели, собственной разработки, постановки на производство и так далее, то на это уйдет уйма времени и уйма денег. Я думаю, что это не менее там, 80 лет. Что позволить себе никто не может сегодня. Да? Если это вопрос только возрождения деятельности бывшего завода «Рено», который теперь стал москвичом в силу просто географического положения своего, наверное, то это по существу просто ребрендинг какой-то, так сказать, модели, которую там, могут приобрести на каких-то лицензионных, так сказать, основаниях, заниматься отверточной сборкой. Другого ничего, я лично себе не представляю. Угу. А вообще современное авто, вот на ваш взгляд, те подходы, которые вы пропагандировали, назовем это так, работая на заводе, на ваш взгляд, они должны остаться или претерпеть какое-то изменение в современном мире? Ну, грубо говоря, вот если бы вы сейчас делали автомобиль, даже тот же «Москвич» или, может быть, под другим брендом, каким бы вы его видели? Ну, очень трудно ответить на этот вопрос. Каким бы его видел? Современным, прогрессивным, безопасным, надежным, функциональным, комфортабельным и так далее. Это все можно перечислять до бесконечности. Потому что видение – это одно, а что, так сказать, реальность позволяет сделать – это как бы совсем другое. Просто, ну, возвращаясь, так сказать, в прошлое немножко, последний автомобиль, который был москвичом, это «Москвич 2141» СЛК, да? Вот. В разработке которой самое, так сказать, активное участие принимал, и который, естественно, какое-то ощущение удовлетворенности вызывал, поскольку был поставлен на серийное производство. Да, и поначалу был совсем неплохим автомобилем. Но что я хочу сказать. Потенциал инженерный, дизайнерский, технологический на самом деле позволял сделать автомобиль еще лучше, намного современнее, прогрессивнее. Но вмешались там всякие факторы, не буду сейчас об этом говорить, капризы там ответственных товарищей, их какие-то личные, так сказать, симпатии, антипатии там и так далее. То есть нас отбросили, как я и заявлял и на техническом совете министерства, и это решение отбросило нас на 15 лет назад. Но теперь что уже, так сказать, как говорится, фарш назад не перекрутишь. Каким современный автомобиль «Москвич» должен быть? Тут тоже надо прежде всего концептуально решить. Либо это автомобиль классический с двигателем внутреннего сгорания, либо это электромобиль, о чем много говорят, заявляют. Ну, это вроде бы тренд сегодня мировой, все, так сказать, стараются, все фирмы какие-то модели делать электрические. Тут очень спорно. Это, повторяю еще раз, это мое личное мнение. Электромобиль в Европе – это одно дело. Электромобиль в такой стране, гигантская по своему масштабу, по климатическим условиям, по географии и так далее, это совсем другое. Все эти вопросы экологии, они очень такие, знаете, двусмысленные, потому что, да, пока электромобиль едет, он практически никаких вредных выбросов не производит. Но для того, чтобы он ехал, надо произвести столько вообще выбросов этих вредных, что, опять же, вычитал где-то какая-то аналитическая компания проводила исследование. Могу в цифрах ошибиться, но они посчитали, что производство одного экземпляра автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, скажем, приводит к выделению, там, условно говоря, 17 килограммов вредных выбросов. Да? А производство электромобиля – 28.
То есть для того, чтобы произвести электромобиль, и чтобы он был экологически чистый во время эксплуатации своей, надо столько грязи, так сказать, произвести на белом свете, сжечь столько углеводородов, там, и других, так сказать, затрат произвести. Но одни батареи чего стоят? Во-первых, это редкоземельные материалы там используются, которые недаром называются редкоземельными, потому что их очень мало, и их, так сказать, добыча и, так сказать, использование может поставить любого, так сказать, производителя этих батарей в крайне тяжелое положение. Ну, сегодня мы знаем, насколько трудно нашей стране со всеми ограничениями. Отношением, так сказать, Запада к России, так сказать, везде, так сказать, перекрыть кислород и так далее. То есть все это очень непросто, это все необходимо просчитывать, причем на самом, так сказать, высоком таком глобальном, если можно так выразиться, масштабном уровне, учитывая все аспекты, так сказать, не только конечного продукта, а именно, так сказать, с первого, так сказать, старта на, так сказать, производства, изготовления этого, так сказать, автомобиля. Вот поэтому вопрос, каким будет «Москвич», для меня, например, абсолютно не ясен. Угу. Мне, как, так сказать, ветерану и патриоту «Москвича», конечно, приятно, что бренд, в смысле надписи на кузове, возвращается. К которому вы руку тоже приложили, да, безусловно. Вот, но на самом деле это не возвращение автомобили как таковой, ну, марки как таковой, потому что нет завода, его уже восстановить невозможно, нет коллектива, который это делал, да и большинство из тех, кто, так сказать, этим занимался, может быть, уже просто нет рядом с нами, что называется. Это все в прошлом, к сожалению. Утрачены и компетенции, и опыт, и все остальное. Поэтому, скорее всего, я так думаю, это будет что-то лицензионное, по крайней мере, первые там 5-6 лет, скорее всего. А там видно будет. Хорошо, спасибо вам огромное. В любом случае, поживем, увидим. Как говорится, да, ожидаем конец года и посмотрим, да, что в итоге нам подарит завод. И попрошу поприветствовать нашего заключающего спикера нашу дискуссию, Семена Фароносова, главного специалиста кабины дизайна службы информационных, инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ». Хотелось бы, конечно, немножечко затронуть тоже вашу профессиональную историю. Наверное, можно сказать, что это такая история любви, которая всегда находит человека в нужное время. То, что вы с детства увлекались и транспортом, и дизайном, и скульптурой, долго шли к этой должности и к такой, конечно, в такой крупной компании. И на ваш взгляд, какие главные советы нужно, наверное, услышать и внемлить им, начинающим скульптору и автодизайнеру? У нас уже много, конечно, коллеги рассказали об этом, что нужно делать, что не нужно делать, каким принципам исповедовать молодому поколению. Но все же, возможно, у вас есть какие-то свои определенные такие реперные точки и советы, возможно, тоже, которые не прозвучали здесь, которыми бы вы хотели поделиться. Хочу отметить, что вы хорошо подготовились по поводу моей биографии. Это очень приятно. Спасибо. Вот. Коллеги, добрый день. Я говорю коллеги, потому что вижу здесь самых стойких дизайнеров будущих. Вот, молодых парней. Самые 30%, о которых говорили наши дорогие педагоги. О которых, да, говорили. Вот. Да, действительно, я прошел такой непростой долгий путь к, как вы сказали, данной должности. Вот, ну, не считая ее, как бы, конечно, промежуточная должность, вот, и дальше больше. Вот, как сказал Алексей Викторович, да, я закончил Строгановку, собственно, Алексей Викторович был моим основным наставником совместно с Никитой Евгеньевичем, вот. Они вот эти 2 года магистратуры меня направляли, и в большинстве, как бы, своем, благодаря этим людям, я, собственно, и стал, ну, тем, кем стал, вот. Как я к этому пришел и какие советы, ну, я вот по своему опыту могу сказать, да, не, как бы, не каким-то там другим людям, а вот именно по своему какие советы. Много, на самом деле, было советов и наставников в процессе вот этого становления,
автомобильным дизайнером. Вот. И я скажу два таких совета вот, от двух людей, от двух таких весомых в моей жизни как бы, наставников. С одним мы работали, как бы он у меня преподавал 8 лет. Вот, это Сарксян Владимир Арсенович, это заслуженный художник России вот, и скульптор. Вот. Вот, как вы сказали, до этого я занимался скульптурой вот, до 2016 года. Вот. И второй человек, вот, с ним мы виделись буквально за всю жизнь, минут 30, наверное, может быть, больше. Вот, это Владимир Пирожков. Вот, и как бы два этих человека такую сыграли важную роль в моей жизни. Владимир Арсенович, он много чему нас учил, много советов давал. Вот, и одним таким как бы сильным, можно сказать, советом ну, вот в процессе учебы и вообще работы, он сказал, ничего никогда не бойся. То есть, и я тоже хочу сказать вот молодым ребятам, никогда не бойтесь там, позвонить или что-то сказать, или защитить, или приехать навстречу. Никогда не бойтесь вообще ничего и как бы, идите всегда к своей мечте. И я думаю, что она тоже навстречу пойдет к вам. Вот, это, ну, можно сказать, сыграло такую как бы ключевую роль для встречи с Владимиром Пирожковым. То есть, как бы, и вообще вот к этой как бы, новой ветке жизни дизайна. Вот. Как-то в армии я, ну, там, после окончания института, я, ну, во время, точнее, института я служил в армии, вот, и уже под дембелем у меня как бы, была возможность выйти в интернет. Там, как бы, не было таких. И вот такая давняя мечта там, стать автомобильным дизайнером. Вот, я захожу в интернет, нахожу фирму Астророса дизайн. Вот, смотрю, там какой-то номер телефона. Думаю, да я позвоню. Звоню и там, представляюсь, вот я Фарнус Семен, там, учусь там, на скульптора в Ханты-Мансийском институте дизайна прикладных искусств. Вот, и хочу стать там, дизайнером, автомобильным дизайнером. Хотел бы встретиться с Владимиром Пирожковым, он тоже в свое время заканчивал. Я вот в филиале учился в УралГХ, он непосредственно в Екатеринбурге в УралГХ. Вот, и хотел бы с ним встретиться, есть ли такая возможность. Он говорит, так это я и есть. Как бы я тут же на него попал. Как бы. Ну, вот он говорит, конечно, приезжай, давай встретимся, поговорим. Вот, я помню, это был четверг, вот, я к нему после армии приехал. Вот, и он мне, ну, много, мы с ним буквально полчаса говорили, он немного интересных как бы, таких советов дал. Тут же меня свел с кафедрой транспортного дизайна в Строгановке, вот, куда я после этого приехал, вот, встретился с преподавателями. И все, и тут же у меня сразу загорелась такая вот мечта. И что он мне потом сказал, как бы такой совет дал. Мы уже все, уже вечер, то есть встреча закончилась. Он мне просто позвонил потом уже вечером, и я как раз иду в гостиницу свою. Вот, и он мне сказал, у тебя будет крутая история. Вот и я хочу сказать всем ребятам, которые здесь вот сидят, что у вас будет крутая история. И тем, кто по ту сторону экрана тоже нас смотрит, самым стойким, этим 30%, у вас у всех будет крутая история, если вы сейчас вот нас смотрите и верите в то, что автомобильный дизайн как бы, в России, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, будет процветать, и автомобильные бренды, в том числе КАМАЗ, Москвич, и благодаря все-таки таким вузам, которые у нас есть, это МГХП имени Строганова, вот, таким компаниям, и тоже, ну, в то же время Штиглица, Политех, УралГХ и компаниям, как 2050 Lab, вот, ТМХ, вообще всем вот компаниям, которые занимаются транспортным дизайном и помогают друг другу, большими такими, большим корпорациям, которые в какой-то степени не имеют возможности да, создать быстрые прототипы. Вот, то есть вот за счет наших совместных усилий мы сможем построить хороший конкурентоспособный продукт. И, ну, собственно, наверное, все, что я хотел сказать, вот именно ну, по теме, по тому вопросу, который вы мне задали. Спасибо большое. Я думаю, такая мотивационная речь просто не может не оставить равнодушным никого и здесь сидящих, и по ту сторону экрана действительно. А мне хотелось бы немножечко такому прикладному моменту вернуться относительно КАМАЗа. Вот на ваш взгляд, в контексте именно промдизайна, все-таки, если мы говорим там, о грузовых автомобилях, да, насколько вот именно
так сказать, какая-то лаконичность, какая-то дизайнерская, какой-то дизайнерский ход и решение, они должны быть важны при, соответственно, запуске и изготовлении такого рода транспортных средств, или все-таки первоначально это функциональность их, или все-таки, как опять же сказал, как сказал Игорь Андреевич, что и то, и шашечки, или ехать. Вот насколько сейчас, в принципе, вы чувствуете с точки зрения там, целевой аудитории потребность именно в том, чтобы даже грузовая машина, будем говорить просто, да, она выглядела красиво? Ну, вот Володя очень хорошо описал именно дизайн экстерьера и интерьера. То есть вот мне прям понравилось, как он описал именно экстерьерную часть. То есть это все-таки стиль, да, если мы говорим о автомобиле серийного производства, то есть он должен быть в первую очередь красивым. Функционал там, конечно же, есть, но он как бы у большинства автомобилей он стандартный, и нет каких-то там особенностей, вот, отличия. То есть у всех есть фары, у всех есть двери, лобовое стекло, то есть все вот эти вот ограничения эргономические, функциональные автомобили, они все накладываются, собственно, на сам дизайн экстерьера. То есть без этого как бы он не может быть. Вот. И в интерьере другая ситуация. Там все-таки больше сценарий, так скажем. То есть он все-таки там присутствует, и функционал, и удобство пользования, и эргономика, и HMI, Human Machine Interface, то есть взаимодействие человека и автомобиля. Все вот эти, как их назвать, направления развития вот в данной отрасли. То есть интерьеры, экстерьеры и HMI, они идут совместно, вот, то есть в каждом своем направлении. То есть если мы говорим об экстерьере, то это компоновка автомобиля, то есть она диктует внешний вид. Если мы говорим об интерьере, то это эргономика и тот функционал, как бы те задачи, которые машина данная должна выполнять. То есть если мы говорим о дорожном автомобиле, то это левое положение водителя, соответственно, вот, и ну, там, определенные серийные там, как бы, комплектующие, которые уже есть, которые мы можем использовать. Вот. И, соответственно, зона прямой видимости, рулевое колесо, на педаль. Но это все определенное положение эргономических требований, то есть положение органов управления. Если мы говорим о специальных машинах, то там уже зависит от задач. То есть независимо это или там, большой самосвал какой-то карьерный, или это лесная техника, или это другие автомобили, там уже интерьер меняется. То есть там в зависимости от задачи, от функционала, то есть какие функции данная машина должна управлять. И это все влияет на дизайн в том числе. Вот. Ну, собственно, в каждой отрасли, даже UX-UI тоже, он не везде универсальный. То есть для специальных машин там один интерфейс, для дорожных машин другой интерфейс. Вот. То есть везде свои функции. В зависимости от задачи, у нас и дизайн будет соответствующий. Хорошо, спасибо большое. Мне кажется, вот сегодня надо просто убрать этот вопросик в формате «Куда едем?», потому что мы на него, наверное, ответили вполне себе. Но, возможно, у нас в зале у кого-нибудь из присутствующих есть вопросы. Или, возможно, онлайн нам тоже могут как-то задать вопросы. Не стесняемся. Да, пожалуйста, а можно микрофон? Здравствуйте, меня слышно, да? Да, да, да. Вот я являюсь студентом третьего курса кафедры дизайна средств транспорта. Вот наш преподаватель — это Алексей Викторович Якименко. Погромче будьте. Да, угу. Хорошо, сейчас. Вот у меня вопрос был такой: а насколько сейчас в России, вот в индустрии транспортного дизайна, важно зарубежное образование? В том плане, что во многих компаниях сейчас, ну, не хотят брать выпускников просто бакалавриат или магистратура российского вуза. Нужно, например, какое-то зарубежное образование, например, как в Форцхайме в Германии или еще каком-нибудь американском вузе. Вот насколько это сейчас будет важно? Я бы этот вопрос, наверное, Владимиру адресовала. Что скажете? Вот я даже не знаю, как бы. Я только не понял, можно уточнить. Чтобы работать в какой компании? Иностранной? Ну, транспортной. Ну, вот, например, какой-нибудь компании автомобильной. Ну, допустим, какой? Ну, вот КАМАЗ. Вот Семен работает. Вы в КАМАЗ хотите или в Трансмашхолдинг, или вы хотите в БМВ? Ну, то есть, вот уточните вопрос.
Иностранные компании или… Ну, вот, например, почему вот до недавнего времени на Ладе главным дизайнером был Стив Матин? Так, хорошо, я понял. Ну, давайте тогда попробую ответить на вопрос. Ну, он будет такой, наверное, больше философского характера. В России всегда существовал зарубежный пиетет. Да, это когда люди думают, что где-то там лучше. Ну, то есть на лужайке, на чужой трава получше, зеленее она там и так далее. Это во всех индустриях, не только там в промдизайне, это если в любую индустрию пойдете. И люди, вернувшиеся там или отучившиеся за границей, почему-то ну, всегда считались, как будто они-то вот они-то знают, в чем секрет. Вот. Поэтому я скажу так, что, на мой взгляд, существует некое там ощущение у некоторых людей, но, на мой взгляд, в эти компании тогда лучше не идти, у кого есть эти предрассудки, которые думают, что где-то там учат лучше. Реально у меня, наверное, к этому отношение следующее. Если есть возможности у людей там практиковаться, работать в кроссплатформенных там и международных каких-то проектах, либо получить какую-то практику, это всегда хорошо. Просто для дизайнера важна широта взгляда. Вот. И, но это никаким образом не говорит о том, что вам нужно иметь какое-то иностранное образование. Я вот лично знаю там порядка, наверное, 10 автодизайнеров, которые работают и работают на иностранных брендах, получив всего лишь российское образование. Все наши автодизайнеры, по большому счету, мне кажется, что МАМИ, что строго выпускают топ-дизайнеров, которые забирают просто, я не знаю, там, мне кажется, очередь стоит в этих концернах. Вот. А в России они также приходят в компании, и, в принципе, автодизайнеры востребованы сейчас не только у транспортных компаний, но и у промдизайнерских студий, потому что все-таки транспортный дизайн – это комплексный, сложный продукт. И, в общем-то, уровень образования, на мой взгляд, и компетенций, экспертизы у транспортного дизайна самый высокий. Поэтому, честно говоря, не знаю, откуда у вас такой родился такой опасливый вопрос. Я просто по ощущениям, что очень многие, например, любой транспорт, какой ни возьми, его в основном проектировали иностранцы. Например, вот вагоны в метро. Это не российские разработки с точки зрения дизайна. И, например, вот многие вот российские очень такие крутые концепты, например, как, может, вы знаете, Уралвагонзавод делал концептуальный этот трамвай. R1, да-да-да, айфон на колесах так называемый. У нас, кстати, будет экспонатом, приходите все, смотрите. Так, и да, давайте. Я очень хорошо, я знаю, кто его разрабатывал, да. Как бы хороший друг, да. Вот почему вот вместо них, например, берутся какие-то другие разработки, которые делали не российские дизайнеры? Ну да, здесь я как-то на себя вытянул. Здесь уже, с моими коллеги уже немножко возбужденно хотят тоже добавить вам на этот ответ. На один вопрос накинулись. Вот, но я просто, да, здесь очень коротко, ну, наверное, вы просто не совсем осведомлены. Вот. Наверное, то, что компании иностранные действительно участвовали в разработке, это действительно есть, и некоторые проекты действительно делали иностранцы. Но зачастую это все заканчивалось на концепт-дизайнах, которые российские дизайнеры доводили, вот, большинство проектов. А с какого-то времени, я могу сказать, что именно российские проекты, но вы можете посмотреть на весь фактически парк, выходящий Трансмаш-холдинга. Мне кажется, это больше там, ну, Алексей, наверное, проектов 10 это минимум, наверное, у нас сейчас в работе, которые будут выходить и уже выходят. Ну вот Балтиец, допустим, разработан Lab 2050, никаких иностранных компаний. Новый вагон 2024, который еще не анонсирован, Москва метро, он тоже разработан Lab 2050. Поэтому, ну, как бы, и он ранее был, разрабатывался. Поэтому, ну, это такое немножко заблуждение, поэтому…
Окей. Ну, это просто мои личные ощущения такие были. Я бы тоже добавил, что, к слову, в студии стиля «Лада» ребята работают, которые окончили Строгановку и МАМИ. Вот. И многие из них сейчас работают, наоборот, в иностранных компаниях. Тут история не в том, что какое-то есть предвзятое отношение к нашему образованию. Тут как раз вот история, цитируя Игоря Андреевича, что дизайнерам нужно родиться не в смысле таланта, а в смысле воли и стремления, можно сказать, страсти к этому занятию. То есть если вам охота этим заниматься, вы увидите только возможности. Если вы видите преграды, значит, может быть, это не очень ваше занятие. Вот. И еще я немножко в пику Владимиру скажу, я-то наоборот совершил путь из транспортного дизайна в промышленный и обратно в транспортный. Не знаю, может, мне так в жизни попадалось. 90% ребят, с которыми приходится работать и выпадала честь, это транспортники. Я чистых промдизайнеров почти не видел. А что касается еще момента вот этого вот иностранного образования и нашего, в чем разница? Вот эти все истории, которые нам очень нравятся, там шикарное ремесло, там, умение эскизировать, умение там 3D-модели строить, это же просто ремесло, это как бы способ. Важна идея, и в этом суть. И вот там в прошлой жизни я очень много сталкивался с иностранными интернами. И у них уровень вот этого ремесла, там условно скетчинга или там академического такого образования, он у них низкий. Но уровень генерации идей, изучения способов, как это сделать, то есть они не ждут вдохновения. А у них есть какие-то там инструменты, чтобы прийти к какому-то вот решению. А сам вот способ передачи информации, донести до человека, это вообще это там какие-то такие вот почеркухи, но должны быть понятные. Вот, поэтому вот эта вся история именно с ремеслом – это отдельная тема. И даже это очень, ну как бы не то чтобы мешает, а это есть такая специфика. Кто-то понимает эскизы. Кто-то не понимает, кому-то нужно фотографии показывать. Кто-то говорит, что понимает эскизы, но он просто, ему нравится рисунок. Вот. И в этом разобраться очень сложно. И это тоже, кстати, особенность работы дизайнеров, умение общаться. Если человек не умеет рассказывать, а рассказать про свою идею, это ну, достаточно трудно. Вот эта вся история, что хороший дизайн скажет сам за себя, это так в пользу бедных. Не работает это. Вот, ну, такое дополнение. Спасибо большое. Игорь Андреевич, вы хотели добавить? Ну, очень коротко, коллеги уже все, так сказать, объяснили. Что касается подготовки дизайнеров, могу абсолютно, так сказать, твердо и уверенно сказать, что наша отечественная подготовка ничуть не хуже. По крайней мере, я знаю, что вот за выпускниками нашей кафедры очень тщательно следят ведущие автомобильные фирмы западные, и очень много наших выпускников там работает. Практически из каждого выпуска 1-2 человека приглашаются на работу на такие фирмы, как Porsche, Lamborghini, Bentley. Могу там перечислять достаточно много. Почему-то из французских только Renault. Ну, наверное, потому что Renault как бы у нас окопалось на какое-то время. Здесь своя студия была, в которой работали в основном выпускники нашей кафедры. Вот, и очень, так сказать, высоко их оценивал тот же Стив Матин там и так далее. Вот, поэтому, что касается подготовки, кстати, на что обращается внимание, у нас студенты некоторые пытались на какое-то время, так сказать, переместиться на Запад и там поучиться где-то в каких-то известных, так сказать, учебных заведениях. Потом быстро возвращались в полном разочаровании. Совсем другой подход. Мэтр там, так сказать, пудрит мозги тебе и заставляет, так сказать, работать на себя. Там. Ну, это уже частности, которые, наверное, не имеют сейчас никакого значения. Но возвращались сюда и доучивались здесь, защищали дипломы здесь именно. Единственное, так сказать, были случаи, когда западная фирма уже, так сказать, привлекла и нашла место для этого выпускника и финансировала изготовление дипломного проекта, макетов там и так далее за свой счет, но защита проходила здесь у нас.
Ну и привозили там какие-то шикарные макеты, которые мы технически не могли выполнить здесь в силу, так сказать, скромности наших, так сказать, финансовых возможностей и так далее. Вот, поэтому я про другое хочу сказать, что опыт любой, так сказать, полученный за рубежом где-то, работа на фирмах в процессе учебы и так далее, это только в плюс всегда идет. Лишние знания не бывает, что называется, лишнего опыта и тому подобное. Вот, поэтому, если есть возможность учиться где-то там, подучиться, ради Бога, если у вас есть средства на это, там, возможности и так далее. Но лучше, как говорится, где родился, там и пригодился. Многие очень ребята, которые имели возможность работать за рубежом, возвращались сюда. Даже имея очень хорошие, так сказать, позиции, там, скажем, на Ауди были у нас ребята, вернулись и здесь успешно работают в других совершенно смежных областях, так сказать, не автомобильных, транспортных там, и так далее. Вот, поэтому все зависит от человека и от того, что он, так сказать, какие цели перед собой ставит. Как вот. Замечательно, что мы прояснили этот момент и, так сказать, развенчали некие сомнения относительно будущего у студентов. Возможно, у кого-то еще есть вопросы? Да, пожалуйста, продолжим нашу дискуссию. Ну вот, к тому вопросу, вот, где родился, там и пригодился. Вы вот сами говорили, что сейчас, например, на заводе СЛК, как его сейчас преименуют, будут делаться автомобили по уже готовым дизайн-проектам. И вот хотелось бы спросить, а насколько сейчас будет вот в этом году, в следующем, уместным заниматься именно дизайном, ну, транспортным, например? Я понял ваш вопрос. Он всегда, так сказать, присутствует даже у ребят, которые только поступают на первый курс, а что будет дальше, да? Вот. Я, опять же, это мое личное мнение, мой личный опыт, работы и в, так сказать, в профессии, в промышленности, и в преподавании, так сказать, педагогический, так сказать, опыт некоторый, подсказывает вот что. Уровень подготовки, по крайней мере, я могу говорить о своей кафедре, о кафедре в Московском политехе, такого уровня, что наш выпускник может работать в любой сфере дизайна, получив диплом наш. И в промышленном дизайне. И у нас были выпускники, которые в Англии занимались проектированием одежды, создавали собственные коллекции и так далее. Это, понимаете, образование, оно дает вам просто палитру каких-то возможностей. Вы что-то начинаете понимать в профессии, уметь ставить цели, задачи там, и так далее. И какая будет, так сказать, область ваших, так сказать, усилий не имеет значения. Вы везде справитесь с поставленными задачами. Мой личный опыт показывает, что когда я расстался с автомобилями, я вполне успешно занимался интерьерами, промышленной графикой, упаковкой, товарами народного потребления, так называемыми, и так далее. Потому что тот опыт, который дает транспортный дизайн, он безграничен на самом деле. Те принципы, так сказать, методология и принцип, так сказать, системного проектирования, он позволяет вам заниматься успешно в любой области дизайна. Хорошо, но это мое мнение, повторяю, кто-то может быть не согласен с этим. Я, может, чуть-чуть дополню. Мне просто интересно, у нас запустился сейчас как раз курс в Британской высшей школе дизайна, именно промышленный дизайн, буквально в ноябре. И пришло очень много, ну, молодых студентов, причем интересно, что это люди второго, ну, как бы это люди уже в большинстве своем, люди, имеющие работу непосредственно, даже там финансовые аналитики, финансисты пришли. Люди, работающие в банках, там, занимающиеся там, ну, достаточно нормальной должности, кто-то там с физическим, кто-то с математическим образованием, то есть достаточно с другой области люди, имея уже там и стаж, просто меняют профессию, уходя в дизайн. Это как раз, наверное, иллюстрация того, будет ли вообще дизайн как бы популярен и что с ним будет. Все будет развиваться очень интенсивно. Потому что
промышленность сейчас, ну, максимально, да, то есть фокус промышленный, мы нарастили там определенные компетенции, и теперь у нас есть возможность выпускать продукты. И, в общем-то, учитывая, что у нас идет там импортозамещение, есть куча государственных программ, то по факту дизайнер как раз становится таким краеугольным камнем, да, этим клеем, который должен, ну, до конца совместить маркетинг, производство, технологию и выдать продукты, людям продукты, которые будут, ну, понятные, конкурентные, удобные там и так далее. Здесь вот я чуть-чуть подвяжу этот вопрос тому, что был задан Семену, про нужно ли, чтобы машина там условно техническая, функциональная какая-то утилитарная вещь была бы красивой. Абсолютно, сейчас можно уже на это абсолютно точно ответить «да». Почему? Потому что это вопрос культуры. Дизайн работает на не только, как бы, особенно визуальная его составляющая, работает на очень тонком, на тонкой грани, именно с культурной составляющей. Ощущение комфорта, если вы почитаете там статьи про вообще дизайн, визуальное восприятие человека, как он различает красивое или некрасивое, там достаточно много научных статей, очень связано с культурой, как бы, и пониманием происходящего. В принципе, культура в обществе, это вот такой социо-такой контекст, она очень, ну, это знание и культура очень повысилась. Если возьмете, как бы, город, вас окружает все больше и больше вещей, которые, ну, они красивые, функциональные. Поэтому, в принципе, этот запрос сохранится в обществе. И на автомобиле, и на городской транспорт. Поэтому в Трансмашхолдинге, я уже говорю, там огромное количество проектов, просто, ну, большое. Студия Lab. У нас мы каждый день, как бы, по 3 раза в день встречаемся на дизайн-ревью проектов. То есть у нас это действительно происходит ежедневно, прям многократно. И такие, ну, и Трансмашхолдинг, да, понятно, это железнодорожный транспорт, но также и КАМА, и КАМАЗ, и огромное количество компаний, которые сейчас именно в транспорте. А я уж вам не буду уже говорить, как там по прошествию там фабрики дизайна, в которой поучаствовало 180 компаний, когда раньше участвовало там 1-2 в конкурсе компаний. 180 компаний вышли, включая, я там видел, даже обувь Иконика там решила с российскими дизайнерами сделать, разработать там модели обуви. Поэтому, как говорится, смотрите чуть точнее, как бы, не только широко, но и глубоко. Вот, и вы увидите вопрос, как раз тоже возвращаясь к Алексею, там, кто смотрит, да, то есть кто-то ищет возможности, кто-то ищет причины. Вот, и возможности, я откровенно вам скажу, я в промдизайн, ну, я действительно фанатик там, прям, и популяризатор, поэтому я его отслеживаю, просто у меня как биение сердца, знаете, оно вместе со мной бьется. Вот, ну, по моим ощущениям, сейчас очень хорошее время. Вот. Ну и самое главное, чтобы вы тоже были готовы к этому времени, да, чтобы вы показали. Если вы будете ходить и задавать вопросы, ну, условно, это не сейчас, не к вам, как бы, конкретно. Я имею в виду, вопросы надо задавать. Я имею в виду, что вы не потеряли интенции, да, вот это вот стремление. Если оно у вас будет, то сейчас то время, когда это все должно сложиться в едино. Вот, и тогда уже, ну, люди не смогут без этого жить дальше. То есть промдизайнер там и автодизайнер, это станет теми, собственно, людьми, которые строятся, и наконец-то уже никто не будет спрашивать там промышленный дизайнер, а кто это. Вот. Да, спасибо. Но я не спрашивал именно, вот я не жаловался на… Не-не-не, я ни в коем случае не про это. Ну вот лично я уже работал со второго курса в, ну, дизайном авиационном даже. И я не жалуюсь на отсутствие рабочих мест, например, или чего-то такого, но просто сама вот уместность дизайна сейчас, она насколько будет востребована? Если вот она настолько пластичная, вот дизайн транспорта может стать дизайном промышленным, то логичный вопрос, ну, будет у студентов, например, очень успевающих, создавать свою студию, например. И вот насколько это будет уместным вот в сегодняшнем дне, рассчитывать на какой срок можно будет дальше, то есть строить планы какие-то в этой профессии? Опять-таки, наверное, это, может быть, просто этого не слышите, да, но я сейчас повторюсь.
в профессии остаются те, кто любит профессию. Ну, глобально. То есть невозможно, мне кажется, в жизни невозможно сказать, что а вот, ну, как бы, давайте мы останемся там. Вот, а как сейчас там, что на рынках там инвестиционных у нас, да, вот что сейчас, как падают акции или не падают акции? Поймите, если вы будете выбирать там промдизайн или вообще творческую профессию, да или любую профессию, если вы будете выбирать по принципу, а что там вообще как бы на горизонте у нас, ну, прагматично, понятно, да, то потом вы можете работать на очень нелюбимой работе. Ну, вот я просто говорю, я очень работаю много со вторым высшим образованием. Я людей в 50 лет, как бы у меня ученики есть, 50 лет приходящие на второе высшее, говорят, ну вот мы как-то работали, но вот 50-30 лет уже не можем, надо что-то другим заниматься. Поэтому не надо себя, как бы, если вы выбрали профессию, действительно вам нравится, занимайтесь. А с точки зрения ответа, наверное, на вопрос, то я, мне кажется, на него ответил. Сейчас самое время заниматься дизайном просто. Ну, только профессионально, как бы, с ответственностью, да, то есть, если вы, как бы, если дизайнеры будут ожидать, что им сейчас скажут, ну, вот давайте, вот у нас все готово, с вам кресло, вы дизайнер, если вы думаете, какой-то почет будет прям такой вот, ну, там, то, наверное, нет, дизайнер должен сам показать, что он, как бы, специалист, ему это нравится, да, то есть, вообще, в жизни те люди, которые заряжены, ну, вы всегда это почувствуете, да, кто заряжен своей, как бы, идеей того, что, если хотите студию, я знаю молодые студии, которые супер развиваются. Там вот сейчас будет выступать там Михаил Крапивной. Он сейчас офис себе открывает, там 500-метровый, приглашает все в офис. То есть ребята просто с МИСИС, которые, в принципе, не занимались даже промдизайном, вошли в эту, как бы, территорию, будучи инженерами, развили компетенции, создали крутую там студию, которая может функционировать. Это вот прям сейчас на глазах, мне кажется, одна из самых молодых студий сейчас промдизайна, которая существует. Возможно, есть еще другие, которых мы не видим, но которые завтра уже станут мейнстримом. Вот такой, наверное, ответ. Хорошо, спасибо. Можно добавлю немножко? Вот просто кейс Мишка Пивнова, он очень характерный. Я чуть-чуть поработал у него арт-директором в свое время. И, собственно, я там был старая больная обезьяна, потому что я их всех вдвое старше. Что у Миши хорошо? Он не стеснялся звать к себе, а кого угодно, кто ему был нужен. Я ему был нужен там на полгода просто, чтобы немножко поставить это в колею, вот, и уйти в сторону. Позвал, и никаких комплексов, никаких проблем. Подойти, попросить, поговорить. Там, скажем, он звал себе поставить бизнес-процессы человека, который выпускал телефоны Верту на российский рынок. И ему тоже там за 50, дядьки. Вот, тоже не проблема. То есть при достаточной смелости... Вот история про смелость, да, как раз, сейчас запускаться очень правильно, очень правильно. В конце концов, Лоуи начинал Великую депрессию. Там вообще отвратительно все было с экономикой, и ничего, в итоге Лоуи. В общем, стучите, и да будет открыто вам. Какой у нас следующий вопрос? Да, пожалуйста. Здравствуйте всем, меня зовут Артем, у меня небольшая мастерская, собственно, мы занимаемся творчеством, у нас как бы современные технологии, лазерная резка металла, столярка, ну, пытаемся там вот заниматься тоже ВФ-печатью, и вот вопрос такой, собственно, у нас небольшая мастерская, мы пытаемся как-то вот переезжаем постоянно, каждые там несколько лет, потому что у города вот есть промышленные промщатки, как они называют сейчас по-модному, ну, в советское время назывались промзонами, сейчас называются технопарками. Если посмотреть вот, ну, на сайте правительства Москвы, вот, арендные, собственно, отношения, и все вот эти промышленные площадки, они предполагают, то есть, большие пространства от 1500 метров в аренду. И у меня, собственно, вопрос, как вот можно быть независимым, иметь свою творческую мастерскую, и нам нужно, как бы, условно говоря, небольшие какие-то пространства, там, условно говоря, там 100 метров, там 200 метров. И вот если посмотреть на этот сайт при правительстве Москвы, то это не представляется возможным, потому что для вот начинающих, условно говоря, там предпринимателей, молодых, вот талантливых дизайнеров или архитекторов, скульпторов, им нужно всего лишь вот для начала, для стартапа, ну, условно говоря, 50-100 метров для того, чтобы начать вот свою деятельность, свой путь вот в искусстве, в творчестве. И вот, собственно, вопрос, как вот можно быть независимым,
иметь какое-то свое пространство и дальше вот развиваться и расти как-то. Алексей, вперед. Ну, может быть, вы ответите на этот вопрос? Я бы его мог задать. Мне кажется, это не очень по нашей теме, но все же тут тоже вопрос поисков. Это раз. Во-вторых, кажется, сейчас на каком-то законодательном уровне ведут разговоры по поводу поддержки промдизайна, и возможно, там есть те же истории. Я прям про цифры и про какие-то вещи, которые прям можно вот рассказать, вот так делайте, и все будет хорошо, не скажу, но, по крайней мере, там пример каких-то производственных небольших компаний, которые существуют и самоокупаются, ну, как прям яркий пример, там, Карди в Политехе, которая, это достаточно большая компания, которая делает прототипы, и я, насколько понимаю, у них там какого-то большого брата нет, кто бы их поддерживал. То есть такие есть там Василий Архипов. То есть примеры такие есть. Возможно, для начала не стоит там, ну, стоит просто технически подыскать то, что вам нужно, и за приемлемые деньги. Вот как-то так. Либо еще есть туча примеров, там дружить, опять же, с институтами и на базе их организовывать мастерские. Я думаю, Алексей расскажет, что в Строгановке есть такая мебельная компания и так далее. То есть, кажется, так. Ну, у нас чего только нет. У нас вообще примерно половина Смирнов Дизайн сидит на нашей территории и называется Центром инновационных технологий МГХПУ имени Строганова. Теперь РГХПУ, простите, я не привык к тому, что мы университет. Слишком мало времени прошло. Вот, но послушайте, ну, совершенно не обязательно ограничиваться технопарками. Я в силу там специфики своих дизайн-интересов довольно много общаюсь с аддитивчиками всякими разными. И практически никто из них в технопарках не сидит. Ну вот, скажем, человек, с которым я работаю по лазерному спеканию, там вольфрам, ну не вольфрам, а титан, вот всякие такие странные штуки. У него есть 200 метров на электрозаводе, ему хватает. То есть, если искать за пределами технопарка, то в Москве возможности есть. Главное, чтобы, скажем так, то, что вы делаете, позволяло вам отбивать эти расходы. В его случае позволяет, и все прекрасно. Он работает, и в общем и целом ему господдержка не нужна. А можно я тоже? Да, или... Давай, Володь, сейчас я быстро добавлю. Вот, я так понял, у вас есть своя как бы небольшая мастерская с какими-то определенными станками, и вам, ну, в принципе, нужно просто место постоянно, где бы вы могли создавать те или иные там объекты, прототипы, можно сказать. В принципе, неважно, где это будет, как бы это любое может быть место, главное, чтобы вы могли сделать что-то такое вот уникальное, может быть, даже в чем-то сложное. Вот. Так как мы здесь, ну, транспортники, вот, возможно, связанные с транспортом, если вопрос нам адресован. Вот. И иметь хороший сайт, то есть, и желательно называться инжиниринговый центр. То есть, как у нас на КАМАЗе происходит, когда мы ищем партнеров, поставщиков, возможных там деталей или изготовителей каких-то определенных прототипов, мы забиваем инжиниринговый центр, вот, и смотрим портфолио, то есть какие, насколько сложные объекты вы можете производить. То есть если у вас есть фрезерный станок, соответственно, вы какие-то можете делать там сложные детали, оснастки, там, какие-то оптимизированные кронштейны, там, образно говоря, или на том же лазерном станке тоже все это можно делать, то есть какие-то оптимизированные рамы варить. Вот, то есть если у вас есть такие как бы компетенции, если вы можете создавать такие объекты сложные, да, технические, инженерные, просчитанные, вы можете их считать, виртуально их как бы нагружать, вот, или там еще как-то просчитывать. Вот. Если вы все это можете делать, вы это все выкладываете на сайт, называетесь инжиниринговый центр, и неважно, где вы находитесь территориально вообще, то есть если у вас есть вот эта компетенция, то этого достаточно для того, чтобы нормально сейчас вот в нашей такое сложное время, как бы, ну, существовать и работать с такими крупными компаниями, как КАМАЗ и другими. Ну вот, собственно, все, что хотел добавить. Спасибо. Еще вопросы? Отлично.
Ну что, дорогие слушатели, дорогие спикеры, спасибо вам огромное. Я думаю, много интересных вещей, инсайтов, особенно для тех самых 30% и не только для них, которые мы сегодня озвучили, ребята получили. Всем большое спасибо и хороших выходных.